Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сменить рингтон на вашем смартфоне Motorola E6 Play. Для начала мы переходим в настройки и затем заходим во вкладку «Звук». Здесь мы листаем чуть ниже и заходим во вкладку «Рингтон». И перед нами высвечивается вот такая стандартная библиотека рингтонов, но также мы можем нажать на «Добавить рингтон», и нас перенесет в папку, где будут лежать все наши MP3 файлы, которые есть на нашем смартфоне. Так как у меня их нет, мы не можем выбрать, но если вы хотите поставить свою любимую песню на рингтон, вы без проблем скачиваете эту песню с интернета, и здесь она у вас будет отображаться. Выберем, в свою очередь, мы какой-то стандартный рингтон. Жмем ОК, и наш рингтон автоматически меняется. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!